Стабильное энергоснабжение – одно из главных условий комфортного проживания людей и жизнедеятельности организаций и предприятий города. В Уварово на протяжении нескольких лет работа по организации бесперебойного энергоснабжения ведется уваровским филиалом Тамбовской сетевой компании, лучшие работники которой были приглашены накануне в администрацию города. Открывая торжественное мероприятие, Владислав Денисов отметил, что деятельность этой организации занимает значимое место в общественной жизни муниципалитета, так как принимает участие в реализации множества социальных проектов, направленных на улучшение благоустройства города и повышение комфортности проживания в нем. Сегодня мы видим положительный результат этой работы. А положительность результата это достигается не только развитием самой организации, руководством, но это все находится на плечах людей, которые работают в ней. Мы проанализировали ситуацию по аварийности и увидели, что аварийность с годами, особенно в 2016 году, намного снижена. Это говорит о том, что работа построена правильно, что сегодня используются современные инновационные технологии, которые позволяют нам сегодня уже забыть, что такое длительное отключение электричества. Поблагодарил коллег за труд и их большой вклад в развитие городской энергетики и директор уваровского филиала Тамбовской сетевой компании Михаил Терехов. По его словам, организация регулярно совершенствует свою деятельность, работает над повышением эффективности и более рациональным использованием имеющихся ресурсов. Кроме того, было отмечено, что во многом достичь такого уровня развития позволило тесное взаимодействие с руководством города. Условия, в которых мы работаем, они созданы достаточно хорошо при сегодняшней ситуации, реальной ситуации, что мы сможем только так работать, если будет поддержка со стороны руководства города, а она, к счастью, есть, и это дорого стоит, и этим надо дорожить. Среди тех, кто присутствовал в этот день на торжественном мероприятии – инженеры, электромонтеры оперативно-выездных бригад, диспетчеры и многие другие. В свой профессиональный праздник все они принимали не только поздравления от руководства города и компании, но и заслуженные награды – благодарственные письма и почетные грамоты различного уровня. Среди награжденных и начальник цеха энергоснабжения Владимир Шуняев, работающий в этой сфере уже более 20 лет. Это очень приятно, то, что... В этом заслуга еще и наших мастеров, электромонтеров, которые в основном-то и ведут эти работы по восстановлению, по строительству новых линий, по устранению неисправностей, также бригады ОВБ, которые и днем, и ночью, круглосутки ведут. Работы. Наша задача состоит в том, чтобы энергообеспечение было бесперебойным и надежным. В адрес виновников торжества звучали добрые слова поздравлений. Было отмечено, что высокий профессионализм, ответственность, опыт специалистов данной организации – залог стабильной работы энергосистемы города, успешной деятельности предприятий, организаций и учреждений, а также гарантия уюта и комфорта в домах горожан. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».